Ну, присутствие западных лидеров на празднике нашей победы важно прежде всего для них самих, чтобы они помнили, чем кончаются попытки силового давления на нас. Соответственно, если кто-то из них не окажется на этом праздновании, ну так сам себе враг. А мы просто учтем в дальнейшем, кто считает возможным снова на нас наехать, и, вероятно, будем строить с ними политические взаимоотношения соответствующим образом, чтобы в конце концов вразумить их и напомнить, что предыдущий поход Объединенной Европы, даже два похода Объединенной Европы против нас в 1812 и в 1941, кончились тем, что мы оказались в столицах тогдашних объединителей Европы. И если сейчас Европу пытается объединить против нас Вашингтон, ну так это только значит, что мы окажемся еще в одной столице.